художественные, литературные произведения и компьютерная графика. Уже традиционный конкурс «Глазами ребенка» о бюджете страны на Харьковщине побил рекорды по количеству творческих работ – более 1500. В областной тур попали около сотни. Некоторые дети, они, у них подача хорошая. А есть, допустим, хорошая идея, а плохо нарисована. То есть я думаю, что вот где именно есть идея, надо поддержать такого ребенка или там участника. Категория «Компьютерная графика» в этом году появилась впервые в Министерстве доходов. Говорят, стараются идти в ногу со временем. Работы конкурсантов в этой номинации оценивали по трем критериям. Актуальность и полнота раскрытия темы, творческий подход и стилистика. Да, это полноценные презентации, которые любой докладчик может взять на вооружение и сделать по ним доклад, например, перед аудиторией студентов. То есть нужно было четко и понятно донести до зрителя, что такое бюджет, как он распределяется, как он наполняется. И вот исходя из этих презентаций можно все ответы на такие вопросы получить. В областном управлении Миндоходов отмечают, такой вопрос, как уплата налогов, сегодня актуален как никогда. Поэтому участие юных харьковчан в таком конкурсе очень важно. У каждого ребенка есть свой финансовый бюджет. Потом есть бюджет семьи, в которой живет ребенок. Это тоже видит, он в этом участвует, он это слышит, он это понимает. Потом он будет понимать, что такое бюджет города. И, естественно, он будет потом уже мыслить такими категориями, как бюджет страны, в которой он живет. Лучшие работы отправят на третий этап конкурса, который состоится в столице в начале сентября. Там харьковские участники посоревнуются за всеукраинское первенство. Елена Захаренкова, Евгений Педин, медиагруппа «Объектив».